Я как губернатор региона заинтересован в этой мере, конечно, в первую очередь как руководитель блока образования и понимаю, что для детей, для образовательного процесса, особенно в сельской местности, очень важно, чтобы дети ездили на нормальных автобусах. Конечно, это вопрос и безопасности. Наверное, безопасность это в первую очередь. Ну, вторая тема это комфорт и обеспеченность этим транспортом. Я говорил о том, что целесообразно это решение принять и реализовать до начала учебного года.